Ушел из жизни почетный гражданин Анапы Кигам Паладянц. Глава города-курорта Юрий Поляков и председатель совета Леонид Кочетов от лица всех анапчан выражают искренние соболезнования родным и близким знаменитого анапского краеведа Кигама Амаяковича Паладянца. В течение жизни Кигам Амаякович Паладянц постоянно вел поисковую и краеведческую работу. Им установлены многочисленные имена советских воинов, погибших и похороненных на территории Анапского района в годы Великой Отечественной войны. Имена воинов, выявленные из небытия, высечены на плитах братских могил. Его авторству принадлежат сотни публикаций в газетах и журналах, а также книги «Анапский маяк», «Анапа в годы войны 1941-1945», «Похоронить с воинскими почестями» и многие другие. Кигам Амаякович Паладянц навсегда останется в истории города-курорта Анапа в сердцах и благодарной памяти анапчан.